спина, давай платим спанков. Два спина, табаган, скоты. Сильный выбор. В разгоночке. Бар, пичик, трансфер. Подрочка в квадре. Вряд ли на выгляд. Вид пингер. Два оппозитных выбор. Фибо на баспин. Вниз флаком на грани. Вот что отличает профессионала от обычного любителя. Райдер может показать все свое умение на любых фигурах парка. Будь то грани или какой-то трактор с вылетом. Итак, Митя, у тебя осталось на попытке совсем чуть-чуть менее 20 секунд. Просто Фибо, трактор вам вниз. И еще один трюк успевает списать. Простите какой-нибудь для души. Но Миша профессионал, он не собирается делать обычный трюк, он собирается пока предел своих возможностей. 360 табакан через фанков. Очень круто было. Амплитудно. Виталий Драбака.